В руднике Айхал сегодня обрушилась горная порода. Есть пострадавший. Как сообщили в МЧС, работа рудника не прекращалась. Обрушение произошло в одном из штреков шахты. На место происшествия выехали два отделения якутского военизированного горноспасательного отряда, оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона и бригада скорой помощи. В результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек. Данный инцидент на технологический процесс не повлиял, работа рудника не останавливалась. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 20 человек личного состава и 3 единицы техники. В настоящее время на месте происшествия работает рабочая группа по выяснению причин обвала породы.